А знаете ли вы, что 3 апреля – это день отказа от скучной работы? Именно эту дату можно смело рассматривать как возможность изменить что-то в своей карьере, попытаться сменить, например, работу скучную и малопривлекательную на интересную и прибыльную. Наша съемочная группа решила выяснить у горожан, по каким принципам они определяют работу мечты. Какие критерии важнее всего – зарплата, карьерный рост, интерес? Послушайте, что ответили наши респонденты. Я занимаюсь любыми профессиями. Вот. Мне нравится, чем я занимаюсь. А я занимаюсь журналами, газетой. Наверное, неинтересно, когда работа очень однообразная. Ну, такой день сурка получается, и жизнь пролетает незаметно. А интересно, ну, когда есть возможность узнавать что-то новое постоянно. То есть есть... Это не основополагающий момент. Потому что, в первую очередь, ты должен быть увлечен тем, чем ты занимаешься. Если тебе это не нравится, то вряд ли ты достигнешь каких-то высот в данной профессии. А для вас какая самая классная профессия? Врач. А мы студенты медицинского университета. Профессия мечты была бы это дизайнер. Ну, вот дизайнер даже не в какой-то определенной направленности, а, ну, широкий там интерьер, игры, ну, веб-дизайн, все дела. Потому что, ну, это прям очень интересная творческая профессия. Ну, просто даже... В разных направлениях. Вот я и с одеждой работал, ну, я учусь на дизайнера, и логотипы делал. Надо рисковать, что-то пробовать новое. Там не получилось, пошел в другую работу, устроился. Может, там получится. Вот. А люди, думаю, просто боятся и сидят на одном месте, и все. Поэтому у них скучная жизнь обычная. Не рискую, так сказать. То, что, ну, лежит в душе... чем хочется заниматься, чем нравится заниматься. Я даже когда поступала в колледж, вот, я пересмотрела просто все специальности, какие есть, и выбрала то, что, ну, мне понравилось, заинтересовало больше всего. Вот. Конечно, хочется хорошую зарплату, вот, чтобы все себе позволить. Где интереснее, там, где побольше. Ну, зарплата не очень важна. Важно, чтобы по душе. Отметим, что в ходе опроса выяснилось, что жители Твери считают, что работать нужно только в тех местах, где интересно. Высокая зарплата оказалась не самым главным критерием, по которому тверские жители устраиваются на работу. Важнее, чтобы коллектив и атмосфера были благоприятными. Тогда и результаты будут выше, и настрой лучше.